Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, ребятки, и сегодня, наконец-то, обличие Mortal Soul. Сегодня здесь мы собрались для того, что сделать, ребятушки, сумон. За мной там не видно, соответственно, там наступил временный набор, наконец-то, нового героя, Казышини. Как вы помните, я говорил по поводу Казышини, и не только я, персонаж, я бы сказал... такой днище просто скажу напрямую, он днище, поэтому тянуть его только на 5 прокрутов я рекомендую. Вы делайте, что хотите, качайте кого хотите, тяните кого хотите, и есть у вас свое мнение. Мое мнение, что этот персонаж не заслуживает никакого к себе внимания, поэтому только, ребята, 2 звезды. К сожалению, 2 звезды. Долго ждали мы его, долго шли. У меня аж накопилось 112 монеток Сайкамон, ну и практически 20 тысяч токенов души. Соответственно, некуда их потратить, вот. Ну и здесь, соответственно, усиленная тренировочка. Если вы апаете на 5 звезд, то у вас здесь пробужденочка падает. Да, помните, вот здесь вот ниже, да, 5 звезд. И вот у вас вот эти пушки на Казышине, ребят. Но, опять же, еще раз, персонаж, честно говоря, такой себе. Решать вам, нужен ли он вам. Здесь, соответственно, также подарочки. Все так же ежедневные. Возврат алмазов за трату. И, ну и прочие ивенты, которые, как и обычно, проходят в те же дни, когда и проходит, скажем так, вот этот вот ивент с витриной. Здесь, значит, у нас что, ребятки, давайте все-таки, наверное, перейдем к самой витрине. Больше, как здесь говорится, смотреть нечего, вроде бы нового ничего не добавляли. Вот, если что-то я пропустил, ребята, вот, пишите. Здесь испытывать я не буду, я не знаю, потому что, ну, мы уже смотрели его. Ну ладно, пофиг, вдруг кто-то вообще не обращал внимания до этого видео. Читать я, конечно, его скилл не буду, ребят, появится у вас герой, либо смотрите предыдущий видос, где я там уже смотрел его на стриме или еще что-то, то есть, вот, где-то там он есть, мы его разбирали, смотрели, что он умеет. О, он ничего не умеет, он может только бить в одну цель, неважно с какого скилла, он будет всегда бить в одну цель, ребят, он просто будет бить в одну цель. Ульта никакая, ребятки, видите, анимация ульты никакая на самом деле. Да, он убил там задний ряд, ударил задний ряд, как бы это круто, это классно. Но это опять же одна цель, ребят, и тот же Дангай, это будет в разы лучше. Он бьет очень хорошо с критом и бьет по 2 целям, и, ну, не знаю, он гораздо интереснее, чем Казышини, ребят. Вот, поэтому как бы такой, да, он бьет в дальний ряд, да, он бьет с возможностью, он может шотнуть, в принципе, но, не знаю, не стоит оно того, мне кажется, не стоит этот персонаж такого внимания, вот, поэтому ждем других более интересных, даже вон криты не везде вылетают, вот, поэтому выходим отсюда. Заново нужно просто нажать паузу, ребят, нужно нажать паузу. Вот так вот и выйти. Заново нам не надо. Не надо нам на это смотреть, как говорится. Вот. Ладненько, значит, что у нас, ребят? Здесь за золото мы забираем награды. За золото забираем награды. Не забываем, забираем халявные награды. Какие бы они ни были, пускай маленькие, мизерные, неинтересные. Но, тем не менее, лучше забирать. Иногда бывает что-то падает, даже цельный герой. Вот, но это... ранга, даже эти, R-ранга. Вот. Значит, что, бесплатненько давайте забираем. Бесплатник забираем. Бесплатник нам дает чада, ребятки, чадика. И также давайте поехали. Первая десяточка. То есть у нас всего будет 5 сумонов, еще раз. Я повторяюсь, ребят, не более, не менее 5 сумонов. Выпадает нам здесь хачи. Выпадает 5 фрагментов Казышини. Также выпадают токены души. И, ну, в принципе, еще раз токены души. Ну, это самое интересное, что хачи, фрагменты и токены души. Остальное, ну, по одному, 2 фрагмента, такое себе. Еще раз десяточка, поехали. Будем надеяться, что хотя бы один СР-герой выпадет. СССР-герой, конечно, оговорюсь. СССР-герой, они он постоянно падают. Он One Punch Man выпал. One Punch. Так, кстати, Мацумотка собралась, может апнуться. И Майда тоже скоро апнется. Окей, поехали далее. Так, у меня нет бегущей строки. Поэтому, соответственно, СССР-герой я не получаю. Получаю Чоджера. 3 фрагмента Дзинты. Универсальный фрагмент, это прикольно, ребят. Это классно. Ну и, в принципе, все, а больше здесь что? Больше тут, как бы, такие себе награды. Так, опять нет бегущей строки, и это, ребятки, по-моему, 4-й сумон, если я ничего не ошибаюсь. Потому что я разговариваю, я не считаю, ребят. Я интуитивно. Ну, судя по всему, раз 20, да, 4-й сумон. Последний сумончик, ребята, выпадает нам кто? Кто?
Хиори. Выпадает нам Хиори, ребят. Выпадает нам Хиори. 50 фрагментиков, ребята. Также выпадает нам Дзинта цельный. Ну и, в принципе, вот и все. Вот они вам все награды, ребята. Все, что получу, то получу. Больше ничего не могу, к сожалению, получить, ребят. Так, хорошо, значит, забираем то, что есть. Нажимаем ОК. ОК. И остальные, соответственно, почему 5 фрагментов, да, то есть 50 у нас получается 25, да, и вроде бы как и 5 не хватает фрагментов, но, соответственно, мы вот здесь вот сундуков получаем возвращение наград, вот здесь, да, всего наград, тоже получаем еще 6 фрагментов, и того у нас получается 31, то есть один даже у нас лишний, ребят, для новичков я объясняю, почему именно 5, потому что вроде как и не хватает 25 фрагментов на героя собрать, но тем не менее хватает с возвратом вот с этих сундуков. Соответственно, переходим, давайте, быстренько в рюкзак. Вот он у нас 31 фрагмент, ничего я вас не обману. Соответственно, нажимаем синтез. Нажимаем синтез, получаем нового, ребята, героя. Нового героя, вот, любуемся, сделаем скриночек, я не знаю, возможно, на стрим сделаем как-то. Вот, быстренько вот так сделаю, потом это все подкорректирую, не буду вас сейчас сильно это дело задерживать. Все, то есть, пожалуйста, есть скрин. Ну, у меня такой скриншот, у меня мой сломался скриншот, поэтому я пользуюсь таким. То задавали вопрос, почему именно такой убожеский скриншот. Вот какой есть, ребят, какой есть, самый лучший нашел. Вот, наверное. Значит, что у нас здесь забираем наградки. Ну и, в принципе, а что еще здесь делать? Вот у нас усиленная тренировка апнулась, да, ребятки? Усиленная тренировка, получили за 2 звезды, получили, соответственно, эти награды за 2 звезды, которые здесь были. Здесь у нас получается также вот эти вот получаем все плюшки, которые есть здесь, да. То есть вот это все забираем и... Забираем. Возврат у нас, соответственно, не сработали, потому что мы не расходовали алмазы, а расходовали мы монетки Сейкамон, поэтому, соответственно, нам ничего не дали. Если бы за монетки Сейкамон бы засчитывали, как, типа, мы потратили токены, было бы, конечно, шикарно и классно бы. Тратили бы монетки Сейкамон и еще получали бы токены взамен. Было бы вообще шикарно и прямо офигенно. Значит, что у нас? Все это дело, ребят, забираем. Забираем. И, соответственно, 204-275 у нас стаминки. Я это уже дело потрачу. И остальное все это буду делать. Вот. Вот такое было, ребятушки, видео. Оставляйте свои комментарии по поводу нового героя, что вы вообще думаете о нем. Вот. Ну, вы уже все знаете, все уже умные. Вы уже посмотрели стрим, поэтому вы, наверное, в курсе. Вот. Ну и у кого-то уже эта витрина стартанула. Кто-то уже, по крайней мере, давно появился персонаж. Ну, как давно, более чем неделю назад. И уже, соответственно, вы уже здесь его уже посмотрели, да. Смогли его открыть, посмотреть, полистать, почитать, что там умеет. Вот. Связи и тому подобное. Вот, ну а от вас, соответственно, активность, комментарии, как говорю, просмотр и все такое прочее. Вот. Подписываемся на канал. Даже там полтергейст и тот говорит, подписывайтесь. На сегодня, ребятки, это все. Всем хорошего настроения, всем удачи, до встречи, увидимся скоро. Всем пока-пока.